В автовокзале, значит, беспредел с дизайнерскими маршрутками. Водители выгоняют людей, кто купил билеты в кассе, требуют оплачивать их наличкой. То есть люди покупают билеты, сейчас на 11:40 были куплены билеты, водители из маршрутки всех выгнали, говорят, никого по билетам не повезу, оплачивайте наличкой. Кассир ничего сделать не может, можно маршрутчиками. Как на это думает правительство области? То есть кому надо оплачивать, на руки водителю или билетной кассе? И если оплачивать на руки водителю, зачем-то на нашей автостанции билетной кассе? Если они продают билет, по которому гоняют автобуса. Как-то непонятно. Кто прояснит ситуацию? У нас есть билеты, копии, есть номер маршрута, который оказался вести пассажиров. Но это не единичный случай, сегодня массовый. Уже такая история, что весь день идет, что пассажиры не везут. Или покупаете, оплачиваете на водителя на руки, а билет никуда не берут.